твои ролики тупые и не смешные. Как ты? У меня нормально все. Снимаю ролики. Вот пошел еще один снимать. Да сейчас я скоро буду уже, да только домой зашел. Блин, как они меня уже достали все эти. Мне кажется, ты как-то мало работаешь. Почему? Да нам постоянно денег не хватает. Я лежачу на трех работах и так, 24 на 7. Тебе что, еще-то надо от меня? Да, ну ты здоровый мужик, придумай что-нибудь. Ген, ты куда? Ну, к маме поехал. Зачем? Ты же сама сказала что-нибудь придумать. Вот я и придумал. Переезжаю к ней. Слушай, любимая, тут смотрю вот в интернете, все с собачками так играют, с ними водятся. Давай себе тоже собачку заведем. Да ну, будет здесь бегать по квартире, гавкать. Ну, я буду с ней гулять, дышать свежим воздухом, дрессировать ее, буду в парк ходить. Давай. Ну ладно, давай только я тебе сама ее выберу, хорошо? Хорошо, хорошо, ладно. Ген, собирайся скорей. Куда? Гулять пойдешь в парк, я тебе собачку купила. Она тебя там в коридоре ждет. Каждый раз, когда я смываю воду в унитазе, я беру вот такой стаканчик и наполняю его. В него набирается примерно 200, ну или 300 миллилитров воды. Таким образом, я экономлю несколько литров воды в день, которую можно использовать для готовки, либо просто ее пить. Это точно такая же вода, как из-под крана. Очень вкусная. Друзья, каждый раз, когда мы ссоримся с женой, я делаю так, чтобы она заговорила со мной первая. Пойдемте, я вам покажу, как я это делаю. Гена, твою мать! Где туалетная бумага? Вот видите, я же вам говорил, работает!